Коронавирус – это лотерея, но маска уменьшает риск выигрыша джекпота. Я выбираю безопасность. Да, маски – это не всегда удобно, но я готова ее носить, так как это спасет мою жизнь. Я не могу заставить вас надеть маски, правительство тоже не может. Вы можете просто пустить все на самотек и надеяться на лучшее. Шансы, что вы не заразитесь без маски, тоже достаточно велики. Но помните, что коронавирус – небольшой любитель статистики. Он заражает любого, кто сталкивается с ним, не думая о числах. Маска – это не просто аксессуар, защищающий от заражения. Это ваш знак уважения к жизням окружающих. Носите маски, берегите себя и своих близких.